Смерть погребла все планы Ежи. Он ушел, не поняв многого. Как мало значит, что человек совершает обдуманно и намеренно. Вовсе не это преследует нас. И даже на склоне жизни не хочет расстаться с нами, настигает нас. А может, мы этого расставания страшимся. Что с вами? Что с вами? О, Господи! Раз, два, раз, два, раз, внимательней. Раз, два, раз, два, раз, два. О чем ты думал сегодня там? Да вот размышлял, как в момент смерти человек может тело свое чувствовать, как одну великую боль, а его сознание отрывается от телесной оболочки, как бинт от раны. И? Но что связывает живое тело с его смертью? Я нашел это в столе у Ежи. Тебе решил на память о нем отдать. Возьми. Писал стихи? Да-да. Жизнь — это лишь вечерний туман, отзвук печальный. Зов мой придет к твоим берегам песней прощальной. И остаются память, напев, сны, по которым я прохожу, никого не задев, тайным укором. Гроб мой, окутанный мраком ночным, станет последним приютом земным. Вот он как думал. Угу. Это часто вас беспокоит? Да. Временами. Дает знать. Я все время думаю о смерти Юрика. Не могу себя простить.
что я не предвидел опасности, которая ему угрожала. Настолько было работы, мы тогда закладывали новые парники. Правда, навоза не хватало, пришлось ездить за ним под самые блони. Однажды уехал, а вернулся в Стокроцы к похоронам. Все из-за паршивой варшавской погоды. Он носился целый день по городу полуодетый и в результате простудился. Да, это было воспаление легких. Да. Обычный человек, тихий, простой, верующий. Единственный друг, который был у меня. Мир ужасен, потому что в нем существует смерть. Смерти невозможно избежать. Она единственная реальность, которой мы владеем, и единственная ценность. Виктор, уезжайте-ка вы недели на три. Поговорить с директрисой. Ну, пан доктор, ведь у нас сейчас идет ремонт. В приюте столько работы. Ну, как они тут без меня? Вам необходимо уехать. Вас кто-нибудь заменит. Нет ли у вас родных или друзей? Где-нибудь в деревне? Вам надо отдохнуть. Непременно. Производство «Кинематографические объединения». Творческий коллектив «Фикс», Польша. «Барышни из Вилка». По рассказу Ярослава Ивашкевича. Режиссер Анджей Вайда. Автор сценария Збигнев Каминский. В главных ролях Даниэль Альбрыхский, Анна Сенюк, Кристин Паскаль, Майя Комаровска, Станислава Целинска, Кристина Захватович, Зофья Ярошевска, Тадеуш Галашинский. Оператор Эдвард Классинский. Художник Алан Старский. Музыка Кароля Шимановского. Пан кого-то ищет?
Феля, это я. Виктор? Казя, Виктор приехал. Добрый вечер. Виктор. О, боже мой, Виктор. Виктор, откуда ты взялся? Видите ли, я иду в Рожки и подумал, что... А мы недавно ездили в Рожки, спрашивали о тебе. Виктор. Я им не писал, что приеду. Виктор, боже мой. Садись. Ни одной весточки за столько лет. Как не стыдно. Юльча. Вилка, ты стала легендой. Мы всегда говорили, что если бы был вчера Виктор... Еще мы говорили. Помнишь, мы еще вчера говорили, правда, что если бы Виктор был... Как странно, никогда бы этого не подумал. А я был уверен, что промелькнул в вашем доме и не оставил следа. Поэтому я не пытался напоминать о себе, думал, что вы меня забыли. И очень глупо. Юлька. А мы собираемся здесь каждое лето, как и раньше. Ты не узнаешь меня? Что ты, Казя? Случается, что разменемся, а сейчас собрались все. Как это все? А где Феля? Феля? Феля, иди. Иди, иди сюда. Посмотри, это моя старшая, а там вторая. Какая большая, видишь? Да, большие девочки. Я не знал, что ты замуж вышла. Но я спрашиваю о другой Феле. Иди сядь. Мама! Но все-таки где она? Где наша Феля? Ты разве не знаешь? Феля умерла. Садись. Я покажу ее могилу. Поешь с нами? Нет, Казис, спасибо. Мне надо до вечера быть у дяди с тетей в Рожках. Я бы попросил у вас коней с кучером. Хорошо. Чай выпьешь. Пани? Коней для пана Виктора. Всю минуту, пани. Я ничего о вас не слышал в течение этих 15 лет. Нет, нет. Не надо считать. Может быть, вы мне расскажете, как вы жили, что делали? Которая из вас замуж вышла, которая нет? Чтобы я не попал в просак. Пани Франтишка, укладывайте детей спать. Идемте. Иди. Значит так, я замужем, детей двое. Казя разведена, один сын. Юля замужем бездетная, и Туня барышня на выданье. Да, и Зося замужем, один сын. Виктор, а что у тебя? Стоит ли говорить обо мне? Как вы знаете, началась война. В 14-м году прямо отсюда попал на фронт. Был капитаном, теперь в отставке. Работаю. В одном приюте для слепых под Варшавой. Живу, как все. Нет, правда, ничего особенного нет.
Простите, пани, кони готовы. Спасибо. Можешь ехать. Виктор, завтра обязательно приходи к нам обедать. Будет мой муж, ты с ним познакомишься. Нет, Юрти, завтра я должен пообедать с дядей и тетей, а то они обидятся. Но я приду на полдня. Обязательно. Обязательно. Наконец-то вспомнил нас. Старик. Правда, тетя, много лет прошло, бог знает сколько. Дядя уже спит. О, провели электричество. Ну а как же еще в прошлом году? Наша служанка Кася спит на ходу. Приготовь пану комнату. Очень похоже на Валесю. Точно такая же. Хочешь есть? Ну, впрочем, поем. Зашел, наверное, в Вилка, правда? Да, знаете, тетя, меня там, оказывается, помнят. Ты удивляешься. Тогда ты был слишком молод, чтобы понимать, что ты значил для этих барышень. Ты так и не женился? Нет. И не жалеешь об этом? Видите ли, тетя, у меня хорошая работа. Полезная. Работа? О, Боже! Лучших барышень у тебя из-под носа забрали. Тетя. Но-но-но-но. Не будем говорить об этом. Иди спать. Доброй ночи. Доброй ночи, дорогой. Ну, подбрось немного в плиту. Подбрось дров в плиту. Ой, Руша. Ну что ты, как муха в сметане? День добрый. Дуня! Ну, прошу, прошу, входи. Ну, как я тебя давно не видела. Тут Казя вам прислала. Вы ведь знаете ее лечение? О, спасибо. Смородина? Вишневая, тронута. Как же ты выросла, детка, совсем взрослая. Садись. Ну, мне пора. А Виктора нету, да? А, Виктор спит. А. Так может разбудить? Нет, нет, что вы, зачем будить? Мне не к спеху. Нет, нет, спасибо. Спасибо, до свидания.
До свидания. О, до свидания. Да, я благодарю Казю за варенье. Обед на столе. Ой, действительно. Ой, проспал до полудня. Где тебя, бедного, так замучили? Вставай. Вставай, вставай. Мы тебя ждем. Что ж ты молчишь? Расскажи, как там было на фронте. Ты был в Кракове? Кто там у вас командовал? Я предпочел бы об этом не вспоминать. Прошу тебя, не мучь его. Дай мальчику спокойно поесть, а то остынет. Не волнуйтесь, тетя. Прошу прощения, но я обещал, что я полдничать сегодня пойду в Вилка. К сестрам. Ну, милый, ты нам и поглядеть-то на себя не дашь. Ну что ж, в молодости все такие. Дядюшка, молодость, к сожалению, уже прошла. Мой дорогой, ты за эти годы стал моложе, а уж красивее, во всяком случае. Вилковские барышни пожалеют, что не дождались тебя. Теперь замужество только проба. Так что еще не все потеряно. Иди, мальчик. Пойду переоденусь. День добрый. День добрый.
l'autre fois. Oui, c'est ça. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Non, un, deux, trois, quatre, encore une fois, je t'en prie. Un, deux, trois, quatre. Et après? Cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. День добрый. Входи. Ты забыл, что у нас обед гораздо позднее, чем в Рожках. Мы только что из-за стола. Это мой муж. А это пан Виктор Рубен, племянник наших соседей. Ковецкий. Очень приятно. Рубен. Когда-то мы проводили вместе каникулы. Однажды он был репетитором Зосси. Прошу вас, садитесь. Не хочу вам мешать. Прошу, прошу. Пожалуйста. Мне очень приятно познакомиться с вами. Мой дядя мне о вас рассказывал, как о великолепном специалисте, который поднял хозяйство. Что вы стоите об этом говорить? Я тоже служу управляющим в приюте под Варшавой. А, сигару, может быть? Спасибо. Спички, пожалуйста. А что вы продаете в город? Молоко или масло? И то, и другое. Невыносимая жара сегодня, правда? Понравились вам? Отменные сигары. А ты не знаешь, где Йоля? К Йоле приехали утром два господина из Варшавы. Она не сможет тебе составить компанию, если ты захочешь пройтись. Лучше пригласи Зосю. Хорошо, я пойду поищу ее. Извините. Зося! Я здесь. Войти можно? Входи. Ребенка ты все равно не разбудишь. Он должен проспать свои два часа после обеда, как всякий настоящий мужчина. А ты не спишь после обеда? И ты будешь караулить его, да? А не хочешь ли прогуляться со мной по саду или по усадьбе? Нет, нет, я не гуляю днем. Разве что после полдника. Тулю можешь позвать. У нее больше энергии и здоровья. Спасибо за добрый совет. Пришел тогда начальник училища, полковник из австрийской армии Гвидо фон Виктор! Бол. Ну и как-то он явился на занятия по верховой езде. Так это и было. Позвольте мне представить. Виктор Рубен, приятель моей молодости. Дуин Халецкий,
Очень приятно. Рад встрече, господа. Давайте же сядем. Виктор, ты не посидишь с нами? Туня! Ты пойдешь со мной прогуляться? Извините. Что за книга, можно? Пожалуйста. О, изучаешь философов? А гулять любишь? А вы? Говори мне ты. Ну что вы, я не смогу, вы же старый. Ой, кажется, я сказала глупость. Нет, это вовсе не глупость, это правда. Как? Вы же обещали? Я помню тебя, крошки, вот с такими испуганными глазами. Однажды ты вбежала в гостиную с криком: «За мной курица гонится!» Я всегда ходил сюда с Фелей, в сторону мельницы. Ты помнишь Фелю? Знаешь, ты на нее похожа. Да, немножко. Уже 15 лет, как она умерла. В склепе не было места. Ее здесь нет. Как-то не было места? В семейном склепе? Не знаю. Мне сестры так объяснили. Она лежит там ниже, около ограды. Тут ей тоже, наверное, хорошо. Вот здесь лежит Феля. Видно, мама сюда тоже не часто приходит. Нет, она редко выходит из дома. Неважно, себя чувствует. Ты вдыхаешь, как влюбленный. Нам пора на полдник. Возвращайся одна, я сегодня не пойду. А когда ты снова к нам придешь? Когда не будет этих Ёлиных кавалеров. Они всегда будут. Уедут эти господа, явятся другие. Иди, Тоня, я хочу побыть один. Прошу. Кто там? Туня. Туня? Чего тебе? Зося, послушай. Знаешь, я хочу у тебя что-то спросить. Скажи, тебе он нравится? Кто? Виктор. Нет. Нет? Нет. А тебе? Мне? Нет. Это правда? Нет. Ну и прелестно. Что?
Не можешь заснуть? Виктор, я в твои годы спал как убитый. А почему вы сами, дядя, не спите? Никакой тайны в этом нет. Я прихожу сюда, чтобы вспоминать. Вспоминать? Да. Вспоминать мгновения чистые, ясные, светлые. Да-да, вспоминаю. Вспоминаю людей. Я вижу их такими, какими они были тогда, когда дарили мне любовь, дружбу. Когда я был с ними счастлив. И много было таких минут, как вы сказали, счастье. Сейчас. Я думаю, да. Но когда я был молод, я не понимал. Не понимал этого. Да. Но я вижу, только моя жизнь глупа. Без всякой цели. Такая бессмысленная суета. Извините меня, но этот разговор о счастье кажется мне наивным. Я много размышлял. Счастье попросту утопия. Слушай, Виктор, ты когда-нибудь увидишь, что твоя жизнь вовсе не отличается от жизни других людей, что были в ней и хорошие, и добрые мгновения. Ну, доброй ночи. Спокойного тебе сна. Если правду сказать, не все у них, Вилка, так благополучно. Ковецкий справляется с хозяйством. Вилка многим ума обязана. Но он плохо относится к сестрам Юльче. Дело прежде всего в разделе имущества. Вилка принадлежит ему и Рудницкому. А остальные сестры должны получить деньги, но не получили еще ничего. Вот Казя отдала под залог материнского дома свою долю. Осталась без гроша. А Ковецкий особенно ее не любит. Бедняжка без мужа должна жить с ребенком у матери. Тетя, мне это совсем не интересно. День добрый. День добрый. Я пришла, чтобы пригласить вас всех на обед в честь мамы. У нее именины. Большое спасибо, придем непременно. И Виктора, конечно, тоже. Да, а как же. Надеюсь, ты не откажешься посетить нас? Давно я тут не была. Эти два субъекта вчера испортили мне вечер и лишили твоего приятного общества. Уже уехали. Приедут другие?
Туня мне говорила. Туня? Приедут, уедут. Ревнуешь через 15 лет? Я ревную? Действительно, может быть. Посмотри, какой странный оборот приобрел наш разговор. Ты оправдываешься? Я оправдываюсь? Или, может, я задаю лишние вопросы о том, что меня не касается? Очень жаль. Чего жаль? Что это тебя не касалось и в прошлом? Ты хочешь этим сказать, что любил меня? А ты меня? Я нет. Как будто. Вот как. Попытайся понять. Понять, что я тебя тоже ни тогда, ни сейчас не любила. Но ты сыграл в моей жизни другую роль. Какую? Виктор. Я всегда спрашивала себя, что не делала, задавала себе вопрос. Как посмотрел бы на это Виктор? Самое забавное, что это и сейчас так. До сих пор спрашиваю. А я хочу, чтобы ты похвалил за что-нибудь. Часто думаю о том, что бы сказал Виктор, как бы реагировал. И что? 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 Думаю, что ты не всегда был бы мною доволен. А ты? Ты собой довольна? Собственно, я бы хотела, чтобы ты знал, что я знаю, что ничего хорошего тут нет. О, прекрасная фраза, чтобы ты знал, что я знаю. Одним словом, чтобы ты меня не осуждал. Ёля, пойми меня. Какое имею право судить тебя? И вообще, кого бы ты ни было на свете. Сам-то я кто, чтобы осуждать других? Кто я такой, по-твоему? Ты человек благородный. Благодарен. Это очень много. Но и очень мало. Ты ведь знаешь мою жизнь, да? Так что в ней такого необыкновенного? Скажи, чего я достиг, чтобы иметь право судить кого-то? Ничего, ничего, полная пустота. А твоя работа благородная и нужная людям? Я не выбирал ее. Но приюту для сирот ты отдаешь все свои силы. Да, я тебя не любила. Но всегда уважала тебя. Я уважаю тебя. И теперь. Для меня этого мало. Сейчас за мной сюда приедут. Проводи меня по усадьбе, Виктор. Не по саду, а лучше по двору. У твоего дяди столько занятных вещей. Хорошо. Идем. У каждого должен быть нравственный идеал. Чем более безнравственную жизнь ведет человек, тем более такой идеал необходим ему. Но только что значит безнравственность? А? Смотри. Смотри, какие милые. Пестренькие. Ну, посмотри. Безнравственным, как я понимаю, можно назвать образ жизни, когда человек мечется, не находя себе занятия, и места в жизни. Это и есть, по-моему, безнравственность. Погляди, бегают, как допотопные звери. А ты выглядишь прекрасно. Ты мне что-то сказал? Я думаю, такой хлеб неплохо бы в Стокроце построить. Я попробую так и сделать. Юля! Извините, что мы забираем Ёлю из охраны.
Но у нас некому заменить Казю. Ничего страшного. Ужина. Добрый день. Ты уже пригласил всех на мамины именины? Да. Поехали. Да, да, конечно. До свидания. Ой, я забыла шаль. Мы ждем вас. Держите. До вечера. Знаешь, странная ты, Ёля. Ее муж Вилка почти совсем не приезжает. Зато приезжают все время какие-то новые господа, с которыми она всегда любезничает. Тетя, не забывайте, что мне уже не 20 лет. Разве я не знаю женщин? Что она мне может сделать? Ну, я бы хотела, чтобы ты женился на Туне. А она мне все портит. Но стоишь-то чего? Крути дальше. Бабушка справляет свои именины. Нашу бабушку поздравить я хочу с любовью. И, конечно, пожелать ей доброго здоровья. Пожелать хотят веселья, долгих лет без скуки. Катя и Антоси, Филя, любящие внуки. День добрый. Сочиняли в крифе в кость Катя, Филя и Антоси. Как доехали? Налить? Нет, благодарю, не беспокойтесь. А тебе? Захочешь? О, превосходно, без всяких хлопот. А вы как тут живете? Вполне обычно. Хожу на прогулки, читаю. Дремлю после обеда. А у вас не бывает чувства, что Вилка чрезвычайно располагает к покаянию? Без сомнения. Тем паче, что я тут впервые за 15 лет. Последний раз был перед войной. А, значит, вы и есть тот самый юноша, в которого Филя была так страшно влюблена. Вы позволите? Я не пью, спасибо. Признаюсь, я представлял вас совершенно другим. Ах, вот как. Видимо, по рассказам Юли. Напрасно вы им верите. И вы, мой друг. У вас очаровательная жена. О, да. Правда, очень требовательная. Виктор. Ничего, тетя, просто скучно. Ты что, Виктор? Еще кто-нибудь услышит. Автомобиль.
Хорошо, после обеда. Хорошо. Вы, кажется, воображаете, что я самый богатый человек в Польше. Мало того, что каждый из вас приезжает сюда на несколько месяцев с прислугой, с детьми, вы еще приглашаете чуть ли не всю округу на обед. Что за люди? Я не знаю их совсем. Не я их приглашала. Да, не ты, да, не да. Я. Это верно. А ты объявила, что будет обед, потом полдник, потом ужин и еще черт знает что. Как будто все это падает с неба. Предупреждаю, что такое самоуправство происходит в последний раз. И на будущее прошу вас это согласовывать со мной. Я надеюсь, ты все поняла. Входи, входи. Поможешь мне. Я уж думала, ты так и не найдешь времени поговорить со мной. А что делать? Я дам тебе немного варенья. Ешь и повесели меня, пока я занимаюсь своими невеселыми делами. Больше всего люблю именно это варенье. Эти люди для меня невыносимы. И сам не знаю почему. Они пошляки. Ну, это слишком резко. Ты преувеличиваешь. Трудно от всех требовать, чтобы они были философами. Они порядочны, трудолюбивы. Например, мои сестры. Я говорю не о них. Но я на вещи смотрю как-то иначе. Я не думаю, что я какой-то особенный, а только все пережитое мной отделило меня от всего мира. Что ты имеешь в виду? Объясни. Ну, достаточно тяжелая молодость. Потом университет, где я потерял столько времени. Война, из-за которой я его не закончил. Но эта война меня действительно вывела из равновесия. Нет, ты всегда был такой, сколько я тебя помню. И никогда ты потом отделился от других людей. Ты всегда был отделен от них. Ты меня льстишь, Казя. Еще? Ничего подобного. Это ни достоинство, ни заслуга. Да хоть я пример ни заслуг, ни достоинств. Однако от всех отделена, и для меня это важнее всего в жизни. Решает кто-то вместо нас подобные вещи, расставляет фигурки, волки, каждый сам по себе. А овцы с копом. Дети, я вас прошу выйти. А я хочу абрикосовый. И мне терпится. С той разницей только, что здесь овцы едят волков, а не наоборот. Дети, что такое? Сейчас же уходите отсюда, не трогай. Анка, сидите к себе, ничего не трогайте. Быстрей, быстрей. Рузя. Можно забрать этот поднос. Несите к столу. Да и мы все иначе тебя видели в те времена, когда по тебе с ума сходили. Казя, что ты говоришь? Кто там сходил с ума? Сходили с ума, что было, то было. Только теперь это стало ясно. Феля больше всех. Ёля, может, и меньше. Просто делала вид. Она с детства не могла хоть в чем-нибудь от меня отстать. А я сходила. Казя, ты действительно меня любила? И весьма серьезно. Но сейчас ты меня уже не любишь? Нет, не беспокойся. Я тебя совершенно забыла. И страшно удивилась, когда увидела тебя снова у нас. Виктор, ты очень изменился. Постарел, наверное? Естественно, постарел. Но не только это.
Ты как-то погас. Но я бы вовсе не хотела видеть тебя таким, каким ты был раньше. Это бы совершенно сломало мою жизнь, которую я себе с таким трудом устроила. Нет для тебя в этом смысле никакой с моей стороны угрозы. Сегодня я себе не представляю, что кого-то можно так любить. На мой взгляд, это смешно. Но разве не несет большая любовь в себе что-то унизительное и смешное? Ну, может, унизительное, но смешное. А ты не чувствовал никогда нелепости, смехотворности, чудовищного идиотства такой привязанности? Нет, никогда. Значит, ты не любил. Заберите это. Да. У меня не было на это времени. А для чего все это запасается? Запасы? Чтобы некоторые из этих банок достались избранным. Это неправда, что не было времени. Я попросту трусил. Теперь ты это знаешь. Да, знаю. Я приготовил чай. Можно подавать на стол? Спасибо, я иду. Мы преодолели еще один этап. Пожалуй, последний. Далеко завели нас эти этапы.